Здравствуйте! Я рада приветствовать вас на курсе «Продуктовый маркетинг». Давайте для начала познакомимся. Меня зовут Алена Нигаматуллина. Я хочу рассказать немного фактов обо мне, чтобы вы представляли, почему я сегодня перед вами. Во-первых, я профессиональный маркетолог, продуктовый маркетолог. Я 20 лет занимаюсь этой профессией. Хотя, если вспоминать то время, когда я начинала, мы даже еще не знали, что эта профессия так называется. И прочитать книгу Огилви о рекламе тогда было верхом совершенства. Во-вторых, я опытный управленец. Я начинала создавать отделы маркетинга с нуля, а также приходила и развивала отделы и департаменты маркетинга существующие и имею очень классное портфолио, которое содержит интересные проекты, которые я делала со своими командами в разных компаниях. Еще одна опция, о которой хочу вам рассказать, это то, что на сегодня я управляю 10 бизнесами. Причем это и начинающие бизнесы, которые только-только выходят на рынок или даже исследуют его, еще не начиная продажи, до гигантов отрасли. И следующая опция, о которой мне очень важно вам рассказать, в том, что я очень хочу, чтобы она либо была, либо появилась у вас, это то, что я очень люблю учиться. И эта история, она постоянно сопровождает меня в моем карьерном пути. И именно она помогает становиться лучше себя вчерашней и показывать динамику в своем профессиональном развитии. Я работаю в компании SKB «Контур». Наша компания разрабатывает программные продукты для бизнеса. Мы автоматизируем различные бизнес-процессы наших клиентов, помогая им делать их бизнесы эффективнее и успешнее. 32 года мы работаем на рынке, находимся на 4-м месте среди IT-разработчиков страны и являемся членом ассоциации Русофт, представляя отрасль как на российском рынке, так и на зарубежном. На сегодняшний день в компании 70 продуктов в продуктовом портфеле. И, как я вам уже сказала, один продукт – это самостоятельная бизнес-единица полного цикла, которая включает в себя разработку, маркетинг, сбыт, а также сопутствующие отделы и подразделения. И вот такими отдельными бизнес-единицами, отдельными бизнесами управляю я и мои коллеги, которых я позвала сделать курс «Продуктовый маркетинг» для вас. Как же родился этот курс? Вообще он родился, глядя на большой поток кандидатов, которые приходят в нашу компанию. И смотря на людей, у которых в резюме написано одно и то же, маркетолог, я и коллеги мои, мы видим грустную картину, что часть очень важных скиллов нашей профессии совсем не прокачаны. Их не прокачивают и не учат развивать вузы. И опыт, который ребята приносят к нам, тоже не показывает зачетные результаты. Поэтому нам хочется учить наших маркетологов основам нашей профессии. Но глядя на то, чему готовят вузы, мы понимаем, что практики в вузах никогда не научат, ну и не стоит от вузов этого ждать. Основная задача вуза – это дать большой теоретический пласт. И, собственно, я ожидаю, что каждый из вас этот теоретический пласт имеет. А дальше, проходя наш курс, мы вас научим практике, мы расскажем об инструментах, о том, как их применять для того, чтобы эффективно двигать маркетинг в ваших компаниях. Ну а где же получать тогда образование, если не в вузе? Ну, конечно, это дополнительное образование. И мы постоянно мониторим рынок предложений дополнительного образования. И, к сожалению, констатировали до сегодняшнего дня, что нет качественного курса, который бы отвечал потребностям меня и моих коллег для того, чтобы проучившись на этом курсе, кандидат, который к нам приходит, вот мог с первого дня уже давать нам результат. Поэтому мы решили сделать такой курс сами. Ну и, конечно же, запрос на обучение, который не только существует у управленцев, но и у кандидатов на рынке, а когда есть спрос, появляется предложение. Поэтому этот курс появился, и я очень рада, что вы сегодня с нами. Давайте поговорим немного о том, что такое продуктовый маркетинг.
Нет единого определения этого понятия. Это так же, как просто с маркетингом. Вы придете в разные источники, и вы найдете вот такое количество определений, которые количество источников вы прочитали. Точно так же с продуктовым маркетингом. Я вам предлагаю свое определение, как я подхожу к этой области знаний. Итак, продуктовый маркетинг – это практическая область знаний, которая отвечает на 4 вопроса. Что, кому, как и за сколько. И эти вопросы говорят о том, как ситуация обстоит сегодня, а также как она будет обстоять через 5 лет. И теперь я предлагаю подробнее рассмотреть каждый из этих 4 вопросов. Что? Конечно же, речь про продукт. И я хочу сделать маленькую сноску, потому что в нашем курсе, когда вы будете слышать слово «продукт», за этим определением, конечно же, скрывается и что-то вещественное, физическое, что можно подержать в руках, и услуги, которые мы оказываем нашим клиентам. То есть вот все множество того, что мы предлагаем на рынок и облегчаем жизнь наших клиентов, это мы в курсе будем называть словом «продукт». Второй вопрос – кому? Это, конечно же, про целевую аудиторию. И она настолько многогранна, настолько интересна, что это прям большая область знаний и наших работ. И говоря про целевую аудиторию, мы понимаем ее с нескольких ракурсов. Первая история – это, конечно же, наши клиенты. Те, кто уже купил, и те, кто, возможно, возвращается для того, чтобы совершать повторные покупки. Это клиенты конкурентов, те, кто не выбрал нас, а выбрал наших конкурентов и почему-то к ним возвращается за повторными покупками. Ну а также это такой неявный сегмент клиентов, которые еще не знают о том, что им полезен наш продукт. По сути, это тот сегмент, для которого мы должны с нуля создавать потребность в нашем продукте, и это те самые ниши и стыки ниш, которые ищет каждый второй маркетолог точно. Третий вопрос – как? Как это про систему продвижения и про систему сбыта? Как мы коммуницируем с рынком и как мы находим, чем мы завлекаем, да, вот как мы привлекаем наших клиентов. И, конечно, здесь важный аспект – это получение обратной связи от наших клиентов, вот регулярная система получения этой связи и обязательно ответ рынку, клиентам на ту самую обратную связь, такой цикл. Это очень важный аспект, о котором не стоит и не нужно забывать. Ну и четвертый вопрос – за сколько? Цены и управление ценовой политикой на предприятии, скидки, акции, бонусные программы, различные программы лояльности и так далее. Откуда же приходят в нашу профессию? Я вам уже говорила, что видя большой поток кандидатов, и у меня много коллег, которые продуктовым маркетингом занимаются, я часто спрашиваю, а где ты учился, а какое у тебя базовое образование? И вы знаете, сильно меньше 50% людей, которые работают в продуктовом маркетинге, отвечают, что они получили базовое маркетинговое образование. Вообще в нашу профессию приходят откуда только ни. Это и продажи. Ну, понятно, продажи, они близко к маркетингу. Это и пиар, и журналистика, и филология, и прочие занятия, которые могут быть вообще максимально далеки от нашей профессии. О чем это говорит для меня? И о чем это должно говорить для вас? О том, что никогда не поздно начать заниматься продуктовым маркетингом, увлечься этой профессией, полюбить ее и развивать ее, потому что это уникальная профессия, на мой взгляд. Я ее очень люблю и хочу немножко вам рассказать, за что. Итак, в чем же уникальность этой профессии? Я хочу немножко в ассоциации поиграть и рассказать вам о том, какие ассоциации у меня рождаются в голове при словах «продуктовый маркетинг». Во-первых, конечно же, это великие исследователи и детективы, потому что наша работа каждодневная в том, чтобы найти ответы на вопросы. Но мы идем с вами еще дальше. Для того, чтобы найти ответ, часто нам нужно сначала сформулировать вопрос. И это бывает весьма нетривиально. И потянув за маленькую ниточку, мы иногда распутываем такой клубок контекста, который окружает вопрос. И так этот контекст переворачивает, расширяет, изменяет этот вопрос, что, конечно же, инструменты, которые позволяют найти на него ответ, могут кардинально измениться. Вторая ассоциация, которая у меня возникает,
это адмирал флота. Почему это? Потому что в нашей работе есть огромная история про многозадачность. Невозможно в маркетинге, если только ты не занимаешься какой-то очень маленькой областью, ты там уникальный специалист, который вот только изо дня в день одним и тем же занимается, но тогда у тебя и твоя профессия по-другому будет называться. Так вот, невозможно заниматься одной задачей. Мы всегда запускаем много проектов параллельно, потому что всегда мы ищем способы изменить бизнес-процессы, улучшить бизнес-процессы, выдать, сгенерить новый результат, то, что мы не умели делать еще вчера. Поэтому вот эта вот опция управлять большим количеством задач с разными командами, с разными скоростями, с разным форматом результата, это невероятная опция, которая разрабатывается, вырабатывается в нашей профессии. Третья история и третья ассоциация – это спортсмены. Потому что спортсмены – это скорость. А скорость изменений в продуктовом маркетинге невероятно высока. Эту скорость нам приносит бизнес, эту скорость нам приносит рынок, наши клиенты, государство, законодательство и много-много кто еще. И уметь... Во-первых, улавливать эти сигналы об изменениях. Во-вторых, изменяться самим, изменять бизнес-процессы, которые мы выстраиваем и которые обслуживаем. Это, конечно же, большой и серьезный труд. Причем спортсмены и на короткие дистанции, и на длинные дистанции, но всегда приходящие к финишу. И четвертое – это то, что меня вдохновляет больше всего, и здесь ассоциация у меня вот какая. Можно вспомнить пример, когда людям одной и той же профессии задают вопрос и говорят: расскажите, а что вы делаете каждый день на своей работе? И одна часть людей отвечает: я кладу кирпич на кирпич. Каждый день. Вот мне подвозят кирпичи, подвозят раствор, я вот делаю одну и ту же операцию изо дня в день. Другая часть людей ответит: а я строю храм. И вот для меня это прям кардинальные отличия в подходе к профессии. Я строю храм, мои коллеги строят храм. Ну что такое строить храм? Это как раз генерить позитивные изменения для окружающего мира, для наших клиентов, для наших бизнесов, которые улучшают, облегчают процессы и приносят какой-то эффект и удовлетворение. Меня это очень-очень драйвит. Давайте теперь немного поговорим о формате обучения. Как же будет происходить все на этом курсе? Ну, во-первых, важно сказать, что в нашем курсе 13 модулей и дипломная работа. Доступ вы имеете ко всем модулям сразу. Но имейте в виду, что домашнее задание следующего модуля вы сможете выполнить и сдать. Оно вам откроется для доступа только после того, как вы сдали домашнее задание предыдущего модуля. О чем это говорит? О том, что вы можете проходить изучение модулей в любой последовательности, которая вам кажется приемлемой, интересной, отвечающей вашим потребностям. Но я бы вам рекомендовала все-таки обратить внимание на ту последовательность, которую предлагаем вам мы. Что же находится внутри каждого модуля? Внутри каждого модуля находится несколько уроков. Один урок укладывается стандартно и обычно в промежуток времени 15 минут. Почему это важно? Почему я вам об этом говорю? Потому что это практика и выработанная длительность урока, во-первых, на которую вы всегда легко найдете время, как в рабочий день, так и в выходной. Это не будет трудозатратно, это не будет вас пугать тем, что ой-ой-ой, где же найти такой пул времени для того, чтобы пройти вот такую глубокую сложную тему. Во-вторых, за такой промежуток времени мы можем вам выдать достаточно упакованную информацию, которая уложится в вашей голове, и внимание, которое вы будете уделять тому, о чем с вами говорит преподаватель, что он вам рассказывает, будет максимально высоко. Поэтому не пугайтесь этому вроде как небольшому промежутку. Это сделано специально для того, чтобы мотивация на учебу у вас всегда была высока, и вы с радостью бежали следующий урок проходить. Из чего же состоят уроки? Часть уроков – это теория. Но причем, конечно же, она будет отличаться от вузовской теории, потому что нет задачи нам с вами вот те азы, которые мы когда-то учили в университетах, повторять. Конечно же, здесь это сжатая история, современнейшие какие-то
какие-то изменения, инструменты, вот это вот все мы должны вам рассказать в сжатый срок в течение одного либо двух уроков. А дальше мы переходим к практике. И практику каждый преподаватель настраивает в виде интерактива. Что это значит? Ведь, кажется, мы с вами по разную сторону экрана. Но слушайте внимательно вопросы, которые вам задает преподаватель. Я прям рекомендую вам останавливать видео на паузу, думать, отвечать вслух или на бумаге, как вы привыкли, а потом уже слушать рассуждения преподавателя, как он дает ответ на вопросы, которые он для вас подвесил. Это тот самый интерактив, та самая возможность, чтобы ваш мозг уже начинал генерить идеи, выводы, инструменты и так далее. Прям пользуйтесь, пожалуйста, этой опцией, это важно. В конце каждого модуля вас ждет тест. Я также рекомендую тест проходить, потому что он позволит за очень короткий срок отчекать, как вы усвоили пройденный материал. И если вы поймете, что на какой-то вопрос теста вы неуверенно отвечаете или вообще не отвечаете, что нужно сделать? Нужно просто вернуться к тому уроку и за 15 минут пересмотреть его для того, чтобы все уложилось в голове. А также мы будем давать вам дополнительные материалы. И вообще идея этих дополнительных материалов, я хочу, чтобы вы после нашего курса вышли с некой папкой продуктового маркетолога, в которой будут лежать чек-листы и шпаргалки по разным темам, по разным зонам нашей ответственности. Если когда-то к вам будет приходить задача новая, непонятная, сложная, большая, всякая разная, вы всегда сможете открыть эту папку, посмотреть нужную вам шпаргалку и сказать: я же это все знаю, я понимаю, какой у меня есть арсенал инструментов, и я пойду решать вот такими шагами. Чему же мы будем учиться на нашем курсе? Ну, во-первых, мы научимся пользоваться инструментами исследования для поиска ответов на те самые вопросы, которые часто надо еще и сгенерить. Во-вторых, мы будем работать с данными и делать выводы. А это весьма непростая опция. Дальше мы начнем с вами управлять ценовой и скидочной политикой компании, а также сбытом в офлайне и в онлайне, и работать с клиентом после покупки, хотя не все компании выберут такую опцию, а также уверенно действовать в условиях высокой неопределенности. Про дипломную работу немного тоже поговорим. Что из себя представляет дипломная работа? Это кейс, в котором вы увидите описание достаточно подробное на цифрах, на данных, на фактах некой компании. Это будет выдуманная компания, но которая будет, во-первых, выпускать продукт, который мы с вами видим вокруг себя достаточно часто. Также у нее будет окружение, рынок, на котором она работает, конкуренты, доля рынка, вот это вот все наше любимое. То есть вы себе представите контекст, который окружает вот эту компанию из кейса. И используя знания, которые вы получили в модулях нашего курса, вы должны будете пройти ряд шагов и создать маркетинговую стратегию продвижения и продаж для кейсовой компании. Потом ее защитить и получить диплом.